Строительная сфера является локомотивом роста для многих отраслей экономики Ярославской области. Каким будет строительство жилья в ближайшей перспективе? Насколько успешно решается проблема обманутых дольщиков? И что с расселением ветхого и аварийного жилья? Об этом поговорим с директором департамента строительства Виктором Жучковым. Виктор Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, на минувшей неделе Ярославль посетил министр строительства и ЖКХ. И, насколько я знаю, в программе был один из самых известных долгостроев Фрунзе-77. Наконец-то ввели в эксплуатацию. В целом, проблема обманутых дольщиков насколько остро сейчас стоит? Или, может быть, вообще остро не стоит? Проблема для Ярославской области достаточно болезненная. Дело в том, что более 80 объектов, к сожалению, оказались вот в этой у нас серой зоне. То есть они фактически недостроены, брошены. Не все подрядчики, не все застройщики являются мошенниками. В любом случае, порядка 10 уголовных дел сейчас ведется, часть уголовных дел уже завершены, и есть уже даже приговоры, коллеги отбывают наказания. Кто-то не справился с экономикой, кто-то действительно оказался тем, кто решил обмануть дольщиков. Но в целом вот эту большую проблему за последние 5 лет нам удалось практически решить. Вот более 80 домов, сейчас уже 73 дома полностью завершены. И вот вы вспомнили визит министра, да? А это очень важно на самом деле, накануне Дня строителя. Визит министра, он бывает только, наверное, по двум поводам. Либо все очень плохо, либо действительно есть что показать и посмотреть. К счастью, у нас есть что показать. Действительно, Фрунзе-77 – это один из самых крупных знаковых долгостроев. Объект был брошен достаточно давно. Первые договоры долевого участия – это вообще 9-10 год. 12-й год он должен был быть завершен, но не случилось. Там есть очень много махинаторов, уголовные дела сейчас продолжаются в отношении всех участников этих сделок. Но мы решили пойти другим путем. Мы смогли вот эти 249 квартир достроить с привлечением инвестора. Качество работ было ужасное. Пришлось демонтировать все ограждающие конструкции, ну, фактически внешние стены. Это хороший, современный получился дом. И очень приятно, что дольщики вчера сказали спасибо от души. А люди уже получили ключи, либо это пока впереди? Ну, первый шаг – это ввод объекта в эксплуатацию. Вот министр передал это разрешение, следующий шаг – кадастровый учет. Вот сейчас мы подаем документы в Росреестр, проходит кадастровый учет, и после этого дольщики начинают постепенно принимать квартиры. Потому что дольщики, в любом случае, появляясь в этих квартирах, могут еще и посмотреть по качеству работ. Но мы прошли по объектам, и министр прошел по объектам. Качество в целом неплохое. Еще поговорим о другом направлении. До старта учебного года меньше месяца. Что со строительством школ в регионе? На каком этапе? Ну, школы, вы знаете, одна из самых больших, наверное, проблем, которые были в области. Мы не строили большие современные школы практически 20 лет. Вот последняя школа 90-е годы. Сейчас, к счастью, мы вышли на хороший темп. И по одной школе в год, а вот в будущий период мы даже хотим две школы в год, мы можем сдавать. А у нас на подходе. Ну, первая школа была в прошлом году, это Рыбинская улица, тракторная. На сегодняшний день там учатся детки. Я очень рада, что вот те большие комфортные коридоры, вот если посмотреть на картинки, на видео, ну, действительно, я бы сам с удовольствием еще раз пошел и получил бы школьное образование. В этом году у нас школа на проспекте Фрунзе. Тоже хороший современный комплекс, причем разделены потоки. Там вот маленькие детки будут заходить в одну часть помещений, в один блок, да, и пользоваться определенными помещениями. Детки постарше, они в других будут блоках. Плюс мы поработали по профилю вот вместе с директором департамента образования. Это будет, ну, наверное, даже в какой-то части уникальная школа. Там физико-математический, химико-математический, инженерный профиль архитектуры. То есть кто хочет пойти в нашу профессию, кто хочет продолжить свою жизнь, связав вот с созданием чего-то нового, может пойти в эту школу и получить очень хорошее образование. А там внутри все для этого предусмотрено. И внутри, и, собственно, те площадки спортивные позволяют полностью комплексно ребеночку развиваться. Так, а что со строительством детских садов? Все-таки районы Ярославля в том числе активно застраиваются, много молодых семей. Вот за последние 5 лет какой есть итог, результат? Ну, мы с вами помним прекрасно, да, что, к сожалению, многие детские сады превратились в офисы. 90-е годы, 2000-е годы, многие бизнесмены их даже и побросали. То есть фактически эти объекты уже не могут и не могли быть использованы как детские сады. То есть раздали, вернуть уже было невозможно. Поэтому под руководством губернатора мы приняли общее решение интенсифицировать строительство именно современных, то есть не пытаться реновировать те старые, а прямо строить современное в тех районах, где действительно массовая застройка. Мы начали с обеспечивающего строительства, там, где в принципе детских садов у нас не хватало. И, знаете, набрали неплохой темп. Вот за последние 5 лет уже реализовано 24 детских сада и ясель.
То есть 24 отдельных объекта. Это не только Ярославль. Это и Рыбинск, это и Ярославский район, это и Пошехонье даже. То есть фактически мы строили там, где в принципе не хватало детских дошкольных мест. 24 объекта. Плюс 5 в этом году. Они сейчас в застройке, постепенно они будут введены. Таким образом, 29 объектов за последние вот эти 5 лет – это больше, чем за предыдущие 22 года. То есть мы фактически сделали прорыв, и сейчас уже проблема вот с детскими местами, она уходит в прошлое, ее больше не будет. Ну, то есть небольшой дефицит он какой-то есть, но не такой критичный, как раньше. Тут можно по-разному оценивать. Смотрите, мы сейчас движемся к чему? От обеспечивающего строительства к строительству, которое опережающим темпом позволяет людям, которые застраивают кварталы, продолжать их застраивать. Ну, например, вот Норские резиденции, это в Норском, большой жилищный проект. Мы построили там детский сад. И он с небольшим запасом сделан. То есть мы знаем, что там появится еще 20-30 тысяч жилья, и там несколько мест в запас сделаны, чтобы потом можно было заполнять постепенно детьми. То же самое на проспекте Фрунзе. Вот мы сейчас реализуем два больших детских сада по 240 мест. Там тоже с запасом предусмотрена ситуация. В любом случае мы знаем, что сейчас постепенно люди в новые объекты будут переводить своих детей, и это правильно. Но мы все-таки мыслим радиусами, да, радиус доступности от детского сада, чтобы не было у нас пересечений больших магистралей, когда родители ведут деток в детский сад. То есть мы стараемся максимально приблизить наши объекты к тем зонам, где действительно они нужны детям в шаговой доступности. Еще одна важная и одновременно сложная тема – это расселение ветхого и аварийного жилья. Насколько я знаю, в Ярославской области реализуется федеральная программа при поддержке Минстроя. С какими темпами мы эту проблему решаем? По-моему, у нас хороший показатель по ЦФО, если не ошибаюсь. Показатель не только по ЦФО, показатель в целом и по России неплохой. Дело в том, что это уже третья программа. Но если идти с первой, это был 2008 год, потом у нас следующая была программа. Это третий этап большой программы с очень выгодными для региона условиями. Мы работаем 96% средств федеральные, 4% средств – это региональный бюджет и органы местного самоуправления. Так вот, уже два года у нас реализуется новый этап, и мы смогли как в первый, так и во второй год реализации, 19 и 20, превысить выполнение плана значительно. А план нам устанавливает правительство России. То есть это те муниципалитеты, которые готовы сейчас взять и предоставить жилье тем гражданам, которые нуждаются в этом жилье. То есть мы имеем договоренности с фондом, то есть можем в оперативном порядке, в опережающем порядке получать финансовые средства. У нас есть муниципалитеты, на территории которых строится готовое жилье, а это не просто жилье, да, которое вот голые стены, а это готовое к проживанию квартиры. Вся сантехника, ремонт. То есть люди въезжают фактически в квартиру, полностью оборудованы всем необходимым. Вот первые два года мы работали активно, перевыполняя планы, расселили менее 1000 человек, а вот в этом году мы планируем расселить сразу за год 1000 человек. То есть вот сейчас, если брать общие цифры, мы хотим расселить жителей вот по этому этапу программы из 103 тысяч квадратных метров, уже на сегодняшний день более 20 тысяч квадратных метров мы расселили. То есть пятую часть мы сделали. 442 человека в этом году уже получили свои квартиры. И планируем еще вот 500 с небольшим человек в этом году обеспечить. И, наверное, даже немножко перевыполним план, как мы всегда и делаем. Ну и в финале нашей встречи не могу не поговорить о приятном. 8 августа – День строителя. И, насколько я знаю, около 100 лучших сотрудников получат благодарственные письма от Минструя, губернатора Ярославской области, профильного департамента. Что хотите сказать тем самым лучшим, что пожелать, возможно? Строительство – это большая дружная семья. На самом деле это и архитекторы, и проектировщики, и выполнители строительно-монтажных работ. Семьи, строители, мира и добра вам. Уверен, что с такими кадрами, с такой хорошей финансовой поддержкой мы всех победим. Поэтому будьте все здоровы и счастливы. Виктор Евгеньевич, тоже хотим вас поздравить с предстоящим праздником и пожелать не терять любви к профессии. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное, очень приятно. Спасибо большое. Я напомню, гостем проекта «В тему» был Виктор Жучков, директор департамента строительства Ярославской области.